Всем здравствуйте, я приветствую вас на своем 9-м видеоуроке. Надеюсь, все выполнили домашнее задание. Сегодня мы рассмотрим общую физическую подготовку для укрепления ваших мышц ног. И для первого задания вам нужно будет лечь на пол, поставить локти под углом 90 градусов, выпрямить ножки вперед. Далее мы будем поднимать ногу наверх, при этом нога должна быть абсолютно прямая, угол подъема 45 градусов, старайтесь тянуться коленом вниз, а пяткой наверх. Повторяем это движение 8 раз по 4 подхода. И затем задерживаем еще на 30 секунд. Давайте попробуем выполнить это упражнение сами. Поднимаем ногу, максимально колено прямое, локти 90 градусов, пяточка тянется наверх. Делаем 8 раз по 4 подхода, затем задерживаем на 30 секунд на правую и левую ногу. Следите за тем, чтобы ваши плечи и бедра находились в ровном положении. Для следующего движения нам нужно будет повернуться на бок. Вытягиваете нижнюю руку наверх, а верхнюю руку кладем перед собой. Выпрямите колени, лягте в ровную линию. Повторяем все те же движения, которые мы делали на спине. Нога поднимается наверх, пятка смотрит вниз, теперь колено максимально прямое, следим за тем, чтобы у нас была одна ровная линия. Повторяем это 8 раз, по 4 подхода, затем мы задерживаем ногу, держим так 30 секунд и поднимаем к ноге нижнюю ногу. Следите за тем, чтобы колени были абсолютно прямые. Также делаем 8 раз по 4 подхода, затем опускаем ноги и повторяем все на другую ногу. Давайте попробуем сделать это движение сами. Теперь попробуем сделать это движение самостоятельно. Верхняя нога поднимается наверх, 8 раз по 4 подхода. Лежим ровно, следите за тем, чтобы ваше тело было ровно на одной линии. Затем задерживаем ногу наверху на 30 секунд. После этого мы поднимаем нижнюю ногу, также 8 раз по 4 подхода. Не забывайте, что на каждую ногу нужно делать одинаковое количество раз. И на правую, и на левую. А затем отдохните. Для выполнения следующего задания нам нужно будет лечь на живот. Вытянуть руки вперед. Упирайтесь ладонями в пол. Мы повторяем все те же самые движения, что мы делали на спине. Нога поднимается наверх. Следите за тем, чтобы колено было прямое, пятка смотрела наверх, два бедра, два плеча ровно. Поднимаем также 8 раз по 4 подхода, затем задерживаем на 30 секунд. Теперь давайте попробуем сделать это сами. Не забывайте, что нужно выполнять на правую и на левую ногу. Идет поднимание ноги, следите за тем, чтобы нога была абсолютно прямая, пятка смотрела наверх, два бедра, два плеча ровно, кисти упираются в пол, 8 подниманий по 4 подхода и задерживаем на 30 секунд, а затем отдыхаем. Для выполнения следующего упражнения нам нужно будет принять положение лежа на спине, локти согнуты под углом 90 градусов, одна из ног также согнута близко к себе. Далее мы поднимаем ногу наверх, абсолютно прямую, затем опускаем в сторону, снова поднимаем наверх и возвращаем в исходное положение. Повторите это движение 8 раз по 4 подхода, затем поменяйте ноги. Давайте выполним это упражнение самостоятельно. Нога поднимается наверх, абсолютно прямая, далее в сторону. Следите за тем, чтобы колено смотрело всегда наверх. И чтобы плечи, бедра были ровно на одном уровне. Повторите это движение 8 раз по 4 подхода, а затем отдохните. Теперь давайте вспомним все пройденное на уроке. Принимаем положение лежа, локти согнуты под углом 90 градусов. Далее идет поднятие ноги. Не забывайте, что ноги всегда прямые, два бедра, два плеча всегда ровные. Делаем 8 раз по 4 подхода, затем задерживаем по 30 секунд и не забываем, что нужно повторять все движения на правую и на левую ногу. Далее мы ложимся на бок, смотрите, чтобы линия вашего тела была абсолютно ровная. Повторяем те же самые движения, которые мы делали на спине, ноги прямые,
задерживаем на 30 секунд. Затем работает нижняя нога. Старайтесь поднять ноги максимально высоко. Не забывайте, что нужно повторять на одну и на другую сторону. Далее мы ложимся на живот. И повторяем те же самые движения, которые мы делали вперед и в сторону. Идет поднимание ноги 8 раз по 4 подхода, затем задерживаем на 30 секунд. Следите за тем, чтобы ваше колено было прямое, а пятка смотрела наверх, плечи ровные. Далее мы принимаем положение снова на спине, локти согнуты 90 градусов, нога согнута близко к себе. Идет поднятие ноги наверх, потом опускание в сторону и возвращаем ногу в исходное положение. Повторяем 8 раз по 4 подхода. Не забывайте, что нужно держать ровно бедра, что колено должно смотреть наверх, плечи ровные, вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Я даю вам все эти упражнения на домашнее задание. Не забывайте повторять их на одну и на другую ногу. Всем пока!